Смотрите, что же рисует наша София. Похоже на листик? Да. Вчера она принесла в ладошки гусеницу и сказала, что будет биологом. Амир обещал подарить звезду Светке, которую сегодня весь день дергал за косичку. А это солнце, что ли? Точно. Коля мечтает о веснушках и думает, что эти маленькие солнышки согревают даже в сибирские морозы. Полиночка аккуратно выписывает красками мячик. Это ее любимый предмет в гимнастике. А вот Расул определенно будет лечить людей. Он меня сегодня учил правильно и бесстрашно полоскать горло. Конечно, когда они вырастут, поменяются и планы, и мечты. Но это не важно. Важно то, чтобы они уже сейчас понимали, что только сохраняя и приумножая такие чувства, как любовь, дружба, которые сегодня объединяют их, наполняют радостью и счастьем, помогут сделать жизнь ярче, а Родину крепче.